Обычно вот такую корзинку я беру при входе в супермаркет, и часто она заполняется полностью. Но вот возникает иногда вопрос, насколько она стерильна, чистая, можно ли туда положить, там, не знаю, продукты, которые как бы вот не упакованы сильно. Но бывает, что люди сталкиваются. Все-таки, ну, вот лично я даже сталкиваюсь. Часто бывает, что протекло осталось. Я вот куриное филе, когда беру, бывает, упаковка немножко подтекает, и там на дне остается. Вот от кого у меня лучше-то осталось. Простите. Дмитрий Полуянов, маркетолог торговой сети у нас в гостях. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Кто отвечает за чистоту тележек, корзинок? Я, кстати, ни разу не вижу, чтобы их мыли, честно. На глазах, да, у посетителей. Их мыли где-то там? Напрашивается ответ, отвечает за все. Но нет, на самом деле отвечает магазин. Угу. И конкретно директор магазина. Никогда не видели, чтобы мыли. Ну, наверное, странно, если бы внутри торгового зала... Да, вот так вот стоит. Да, стояли и протирали. Подождите, сейчас, секундочку. Ну, бармен бокалы протирает, да, всегда у стойки бара стоит. Это, наверное, в каком-то премиальном бутике, перед тем, как выдать тележку или корзинку, сначала протерли, да, а потом отдали. Золотые ручки. Такого нет, к счастью или к сожалению, не знаю, такого нет, и возникают серьезные проблемы с точки зрения покупателей. Грязные тележки, грязные корзины. Давайте сначала чуть-чуть напугаем, а потом миф этот попытаемся развеять, насколько получится. Есть заключение многих ученых, американские ученые говорят, что корзинки и тележки попадают в топ-5. Но чтобы было понятно... Самых грязных вещей, самых грязных, которым прикасаются предметов, руки. Которым прикасаются руки. А кто еще в этом топе? Деньги, еще, наверное, было понятно, меню в ресторанах тоже, по мнению американских ученых, попадает в топ-5. Корейские ученые, по их мнению, в топ-5 собаки. Тоже попадают корзинки. Собаки у них стерильны. Попадают корзинки, но также попадают мышки компьютерные в общественных кафе. В общем, да, и еще поручни в общественном транспорте. Вот, я про банкоматы слышал, что... Банкоматы, тоже... купюры, в общем, все, что... попадает в наши руки в течение дня, абсолютно все в себе или на себе несет бактерии. Так что корзинки не исключение, и является ли это каким-то таким пугающим, страшным элементом? Может быть, но надо соблюдать элементарные гигиенические нормы, и тогда все будет хорошо. Теперь по поводу как моется. Разные магазины, и этим отличаются магазины между собой, подходят по-разному. Первый подход. Ну, вы там помойте, а мы придем и купим у вас что-нибудь. А второй подход, когда есть стандарт, и в этом стандарте первое, с чего начинается, проектирование магазина с определения места, где будут мыть оборотную тару и корзинки-тележки. Так вот, если изначально в магазине, ну, представляете, открывается магазин, площадь общая 400 квадратных метров, и нужно под мойку выделить квадратов от 5 до 10, когда проектируешь магазин, очень хочется отдать под торговую площадь, чтобы товар выставить. Дополнительно. Мы же там зарабатываем. А под мойку, ну, давайте в последнюю очередь, где-нибудь помоем. Или бабушка протрет. Так вот, это первое. Если не спроектировали, то, следовательно, мыть негде, а потом это в систему не превращается. А как выглядит мойка для тележек? Как автомобильная? Там заезжает? Нет, это, знаете, валики. Обычное помещение с кафелем, где под большим давлением и с моющими средствами происходит помывка. Если интересно, могу снять видео и потом вам отправить. Но это так, как производство колбасы. Говорят, тот, кто видел, как производится колбаса, потом почему-то перестает ее есть. Лучше не смотреть. Лучше приходить и пользоваться. Здесь все понятно, тележка, вода. А, кстати, эту корзинку я взял вчера из одного гипермаркета, просто из общей кучи, и пришел вместе с... Охранник не остановился? Охранник подбежал, за плечо схватил, но я смог его уговорить. Все получилось. Узнал, смотрит новое утро, потому что... Да, и следующее, это, конечно же, контроль. Вот, смотрите, стандартный чек-лист, с чего начинается обход магазина, вообще, с чего начинается день у директора. Четвертым пунктом в чек-листе корзинки и тележки. Чистота. И на самом деле это влияет на заработную плату. Если у
директор магазина, корзинки и тележки грязные, то его заработный фонд будет немного меньше. Поэтому, когда продавцы на местах говорят, да мы не виноваты, как мы можем за этим следить? На самом деле, вот как раз вовлеченность всех сотрудников может поддерживать чистоту. Ну а совет могу дать очень простой. Неважно, вы дотронулись до тележки или до корзинки, выходя, протрите руки влажной салфеткой, и все будет хорошо. Мы с ребенком ходили, когда в магазин, когда еще совсем маленький был, там у тележек, которые ты катаешь, да, сейчас тоже про это подумал. Возможность, она вообще, по-моему, изначально задумана для сумочек, да, для того, чтобы женщина могла сумочку складывать. Многие ставят детей в тележку, знаете же? Знаю. И нет, это везут, правда, да? Нормально? Это нормально. Это или это для детей? Но там же ребенок это ботинками в тележке детей сидит, по сути. Вот смотрите, есть... Нет, я про что хочу сказать, что ты вот так вот идешь, ручка вот катится, и ребенок лицом к тебе, и наша маленькая, она вот в ручку бывало любила впиваться, и мы всегда протирали, когда вот брали тележку. У нас часто вижу детей, когда наоборот ногами в тележку сидят. Вот два подхода. Первый подход. Если ребенка посадили так, как сейчас рассказали, то тогда с этим нормально все. Это место, предназначенное для... Изначально. Изначально для того, чтобы туда можно было посадить ребенка. А если ногами в тележку? А если ногами в тележку, вот нельзя. Это проблема. И... Некоторые причем садят даже в тележку это целиком ребенка. Вот это неправильно, потому что обувь ставим, а потом незащищенные предметы. Многие хлеб кладут неупакованным туда, а потом животы начинают болеть и говорят, что беда. То есть хлеб вот так вот правильно, беда. Да, вот так правильно. Но еще, знаете, зона риска. Вот сам не могу пройти равнодушно, когда в детской тележке машины пластиковые. Дети сидят, родители не видят, что делают дети. А чаще всего дети, уткнувшись в руль, сидят и проверяют его на вкус. Грызут. Грызут. А потом тоже болят животы. В общем, как бы не протирали, но еще раз, в первую очередь, нужно соблюдать нормы гигиены. Спасибо большое. Дмитрий Полуянов, как всегда, с полезной информацией был у нас в студии.